Рецепт приготовления французских тостов из пшеничного хлеба с корицей в виде чашечек с начинкой из яблок, колбасы, корицы и мускатного ореха. Этот необычный завтрак обязательно оценят ваши домашние. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Разогреть духовку до 200 градусов и смазать маслом форму для маффинов. 2. Пока французские тосты запекаются, приготовить начинку, яблоки нарезать кубиками, в средней сковороде растопить сливочное масло, размешать в масле коричневый сахар, корицу, мускатный орех и ваниль, добавить яблоки в смесь сахара и жарить, пока яблоки не начнут размягчаться и карамелизоваться, добавить колбасу и перемешать с яблоками. 3. Когда французские тосты готовы, дать им остыть в течение нескольких минут, затем с помощью ножа извлечь из формы, заполнить чашечки приготовленной начинкой, полить кленовым сиропом и подавать. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Пшеничного хлеба, 6 ломтиков, яйца, 3 штуки, коричневого сахара, 1 столовая ложка, корицы, половина чайных ложки, мускатного ореха, 1 щепотка, начинка яблок, 1 стакан, колбасы, 240 грамм, коричневого сахара, 3 чайных ложки, корицы, 1 чайная ложка, мускатного ореха, 1 щепотка, ванильного экстракта, половина чайных ложки, количество порций, 8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду вас снова.